Всем привет, ребят, Сакраменто, Калифорния, Алабай Сия Channel. И сегодня хочу, ребят, показать вам такую вещичку. Думаю, многим будет полезно. Ну, что это такое? Это крепеж для... Вот это, dash camera у нас называется. Ну, камера, да, которую мы ставим вперед. А у меня эту камеру я купил вот с такой присоской. Присоска неудобна по двум параметрам. Первое, она частенько отпадает от стекла, и камера падает вниз у меня, да, отсюда вот. И второй нюанс в том, что если у меня присоска стоит здесь, да, вот, вот здесь, на стекле, то практически я уже вот этот вот кожух, он, его неудобно ставить, потому что, ну, понимаете, да, еще здесь камера, вот она отскочила. Уже вот примерно так она отскакивает, только с камеры. И получается, ну, даже вот я сейчас поставлю ее. Получается, вот у меня, смотрите, камера здесь еще. И, то есть вы понимаете, да, что вот этот отражатель, его очень тяжело ставить, практически невозможно поставить. И камеру приходится постоянно снимать. Это вот второй мой такой крепежик, адаптер. Этот крепеж, он крепится вот сюда, за зеркало, вот видите, вот на это место. Практически, не на всех машинах, конечно, крепежи зеркал такие, но на многих такие. То есть есть место для вот этого зажима. Он практически на любой размер сделан. И здесь, видите, вот он сегодня пришел, тут, сейчас я уберу, куча адаптеров, ну, это барашковые гайки. Куча адаптеров на разные модели вот этих камер. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 адаптеров на разные виды камер разных производителей. Но у меня получилось, что я с присоски снял шарик. Вот он. Ну, тут такой тоже есть, такого плана есть крепеж. Но это родной получается. Я его снял, уже вот поставил на место. Шарики одинакового диаметра. Я сейчас прилаживаю этот адаптер, поставлю его. Тут мне еще нужно поставить, вот она упала, у меня резиночка такая идет, то есть она вот так вот вокруг ставится, да, внутри под эти зубчики, под кронштейн, и все, и она уже никуда не девается. Сейчас я ее закончу, поставлю, да сниму видео. Но я такую вещь уже поставил у себя, эту же самую камеру, это Xiaomi, да. Камера очень известная, хорошая, отличная камера, недорогая относительно, в пределах 50 баксов. Но вот у меня еще, вы видите, что произошло. У меня камера прошлое лето была за вот этим, из-за того, что я не мог, ну, как бы, снять ее. Она у меня была, отражатель стоял здесь, и такая температура высокая, что поплавилась, вот этот корпус поплавился, верхняя часть кронштейна. Ну, ничего страшного, работает все нормально. И закончу, сейчас поставлю, покажу, как оно будет выглядеть. Вот такое дело. Ну все, ребят, вот я приладил этот кронштейн. Вот так он выглядит с этой стороны, за зеркалом. Вот так, чуть-чуть шпилечки торчат сверху. Вот так вот примерно видно. Чуть-чуть видно. В принципе, я их могу обрезать, это не проблема, если мне, в принципе, они не мешают. Вниз я их не могу опустить, потому что тогда они будут... Видите, если я поставлю их здесь, а либо мне их нужно будет обрезать, но я посмотрю, может быть, обрежу просто. То если, а если так, как они сейчас стоят, они будут мешать вот этому кронштейну. В принципе, можно и поставить ее вниз. Сейчас попробую поставить. Ребята, переделал я эти шпильки, повернул вниз. Видите, сейчас вот их не видно. В принципе, вообще их не видно. Вот так у меня оно сейчас сделано. Вот оно так за зеркалом закреплено. То есть не мешает ни зеркалу, ничему. Все отлично, чудно, прекрасно держится, не болтается, все жестко. То есть оно и не будет вибрировать, ничего тут, четко все. Могу загнуть, могу повернуть, если вдруг мне надо. На себя направить, на полицейского там или еще, не дай бог. То есть вот так оно
все вращается прекрасно, шарниры в разные плоскости, в принципе, мне эти не мешают вообще шпильки. Так что вот такое дело, ребят, сделал я. Ну и все, ну и ради чего сэрбор, да? Вот оно снимается и вытаскивается без проблем. И убирается, да? Все это поправляется. Вот так оно остается и поехали. Ну и все. Включаем, проверяем. Все, заработала, камера включила. Все. Рекомендую, хорошая вещичка, как я уже сказал. Вторая у нас уже, одну я поставил дочке на Honda Fit, тоже точно так же ставится прекрасно.